привет! Добро пожаловать на мой канал Марго Сайго. Обязательно досмотрите, девчонки, это видео до конца. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я сегодня зашла в торговый центр, в бутик Ифраше, для того, чтобы приобрести уходовую летнюю увлажняющую косметику для лица и для тела. И каково же было мое удивление. Я вот лечу на днях на море, приобрела вот такой увлажняющий тоник для сияния кожи. Он идет 100% из натуральных ингредиентов. Это у нас биокалендула. Тоник предназначен для чувствительной кожи, для кожи, которая подвергалась, например, воздействию солнца, после загара, чтобы снять покраснение и так далее. Отличный тоник, я его попробовала, протестировала. И к этому тонику приобрела биоромашка, успокаивающий крем, тоже после загара, после солнца. Так как солнце сейчас очень агрессивное, хочется, конечно, после этого увлажнить сухую, обезвоженную кожу. Но фишка в другом. Я попала под акцию, покупаешь два средства на 1490 рублей, и тебе в подарок идет вот такая пляжная, летняя, легкая сумка, вот с такими золотыми ручками. Сумка, девчонки, на самом деле, не знаю, как видео передаст или нет, насколько она красивая, шикарный замок. Сумка идет из 100% полиэстера, подкладка тоже из полиэстера. За счет этого вы можете бросать мокрый купальник в сумку и шлепки. Не знаю, мне кажется, сумка даже весит, ну, наверное, грамм 50 даже не весит. Очень легкая, очень вместимая. И к этой же сумке вот такая удобная, также легкая косметичка. Тоже ходить с ней на море, можно брать с собой куда-то в поход. И также она очень вместительная. Можно положить увлажняющий крем, крем от загара, масло для загара и так далее. Но это еще не все. Девчонки, успейте в магазин Ифраше, потому что эта акция продлится до 16 июня. Сделайте подарок себе. Вот это все за 1490 рублей. Так что бегите в магазин Ифраше, успейте купить и получить подарок от 1490 рублей. Я, например, довольна. Все, девчонки, всем пока, любите себя, будьте красивыми, всем прекрасного летнего настроения, отличного теплого лета. Встретимся с вами на море. Всем пока!